Европейские страны накрыл холодный антициклон. Даже в странах, привыкших к морозам, таких как Дания, произошли сбои в движении транспорта. Температура там опустилась до минус 20 градусов Цельсия. В итальянских Альпах, недалеко от границы со Швейцарией, в результате схода лавины погибли два туриста. Снег и минусовая температура создали множество проблем для автомобилистов в Молдове. Власти Кишинева приостановили работу общественного транспорта, а также ряда государственных учреждений. В столичных школах продлили зимние каникулы из-за мороза.